Итак, начинаем первый ряд. Делаем кольцо, скользящую петлю, так называемую, и провязываю одну воздушную петлю подъема. И в это кольцо я набираю 6 столбиков без накида. Дошли до конца ряда, провязали все рельефные столбики, в арочке провязали все группы столбиков. Посмотрите, какой замечательный вывязывается такой цветочек. По идее, можно и таким вставить, но мы хотим довязать его до конца вот таким. Когда дошли до последнего, до конца последнего ряда, то мы соединительной петлей замыкаем этот последний ряд, провяжем еще одну воздушную петлю и вытянем ниточку. Все, девочки, мы закончили провязывать с вами последний ряд. Вытягиваем ниточку, обрезаем оранжевую ниточку, она нам больше не нужна. Иголочкой сейчас все заправим. И вот в таком виде.